Понятно. Всем а привет, ты ребята. трансуху будешь снимать? Вот, снимаем. И папа уже начал видео снимаем снимать. Снимаем ролик. Сегодня мы едем к доче. Здравствуйте, сюда друзья. Садись. Будет. Мы долго не говорили вам об этом, о такой вот новости приятной. Почему мы торопились делать, и кое-что мы говорили, что мы там не успеем сделать, и так далее. Мы едем к дочке. Вот они, наши чемоданы. Сейчас будем грузиться. Так, садимся. До свидания, наш дом. Прибыли в аэропорт Барнаульский. Проверка. Ну вот, объявили и посадку на наш рейс. 14.33. Нас приехала провожать. Да. Внучка Настя. Внучка София. У вас 14.33, окончание досмотра 6 часов. О, 6 часов, а сейчас 17.06, еще целый час. О, это подушка, чтобы на нее ложиться. А я видела на карте, как самолет. Ну давай. Давай. Не слышно ничего. Давай мне. Спасибо. Пока. Пока. Получай много наклеек. Пока. Приятного вам полета. Здравствуйте. Так что следом идет, его пропустили. Вот так вот смотрится. Из окошка. А что, какая разница? Из окошка вид. Лариса решила изучить тут документацию Аэрофлота. Ну вот, Fleur de Stou, да? Fleur? Ну теперь ты услышишь. А это Фанагория. А что, ничего, нормально? Полет протекает. Мне даже не так страшно стало. Аэрофлот нас одарил, видите, вино красное. Фанагория, да, ребят? Вино белое. Так, смотрите, вот салатик. Тут приборы. Хлебушка, сыр. Что это еще? Вот это что за хрень? Это масло оливковое. Что? Ух ты, горячая. Баранина. Баранина? Вау. А вот это? Горчица, поди. Это что это? Это масло или... сливочное. Может, будешь на булочку мазать. Приближаемся к Москве, самолет пошел на снижение. Постараюсь показать, как садимся. Снижаемся. Уши закладывает. Наше рейсо имени Александра Сергеевича Пушкина. В этом году весь мир отмечает. Фу, прилетели прям махом, бегом. Я аж вспотел. Еле-еле добежали. Нервничал. Паспортный контроль прошли. Потом этот. Прошли чумы. Да я тебе покажу. Вот такой я весь. Где он светится, лампа. На. Вот, паспортный контроль прошли. Все, прошли. Теперь вот ждем в очереди. Терминал.
сели на автобус. Сейчас он нас довезет до самолета. Да, этот самолет значительно покрупнее. Аэропорт Шереметьево. Выруливаем на взлет. Насчет багажа вот я что-то переживаю. Так быстро бежали, когда не успели багаж перебросить. Смотрите, ребята, мы вырулили еще на взлет. Знамя там вот в окошко видно, выруливает еще один такой же огромный самолет. Ну, то есть один за одним, и перед нами только что два взлетело. Вот здесь вот на мониторе впереди показывает камера, передняя камера самолета, я так понял. Видите, взлетная посадочная полоса. Сейчас будем стартовать. Вот там уже третий самолет. Ну, пошла тяга. Вот он монитор. Да, моща чувствуется. Пока разгон. Самолет большой. Все, оторвались. Пошли вверх. Бай-бай, Россия. Взлетели мы из Москвы. Потом будем пролетать в Тверь. Это Великий Новгород. И так далее. Вот скорость показывает высоту. Так, скорость сколько? 314 км в час. Температура за бортом 21. Высота... 538 была высота. Расстояние до пункта назначения 7472. 7472 километра, да. Время 9:30 лететь. О, ночная Москва сверху, смотрите. Холоднее. Смотрите, поднялись немного повыше. Уже температура 13 градусов за бортом. Так. Время после взлета 2 минуты. Было 21, сейчас уже 13. Решил посмотреть какую-то фантастику. Всем привет. Вылетели с Москвы на другом самолете, на более крупном. Сейчас, когда из туалета выйду, салон покажу. Ну, вот решил сходить в туалет. Так, вот рукомойник, унитаз. Ну так, все прилично. Короче, сходил в туалет, почистил зубы, помылся. Все классно. Пока мы кушать, ждем. Нам дали тапочки. Покажи тапочки. Вот они, тапочки. Так, теперь дали повязку для глаз, беруши, крем для рук. Вот. Вот это нам все дали. Ни хрена себе, и крем для рук. Плед и подушка. А, плед вот тут валяется внизу. Да, и у меня вот подушка. Вот он, плед. И подушка. И подушка. Теперь Аэрофлот. Это все было вот в таком вот пакетике. Теперь нам принесли наушники. А наушники вот они, вот у вас. Свои можно убрать, я уже это. А в туалете, значит, зубные щетки, паста. Зубные щетки я показал там. Ну все, значит. Вот такой вот сервис. Ну вот, 9 часов коротать нам придется здесь вот смотреть ужин. Что тут? Кусочки киты, лимон, два огурчика и... Вдруг не слышно, кусочки киты, два огурчика, лимон. Лимон, а еще кусочек салата и... Салат. Какой-то... Сыр, наверное. Mm-hmm. Сыр, да, сливочный. А здесь у нас курица, у нас одинаковая с Ларисой, с гречкой и с морковкой. А здесь и тоже что-то. Пироженка с малиновым кремом, что ли. А тут кусочек сыра президент и масло, и булочка, и кусочек хлеба. А эту чашечку для кофе. А где кофе? Попозже будут раздавать. Вот, вот наше блюдо. Теперь приятного аппетита. Ну да. Вылетели мы из Москвы вечером уже. Ночь была, вы видели, да, самолет взлетал. А сейчас вот летим на запад и как бы догоняем вчерашний день. Вот, видите, посветлело как. А вон там, вдалеке, под крылом, может кто видит, луна низко. Я так еще ни разу не видел, чтобы луна была ниже меня. Внизу горы. Это Гренландия. Так, что тут нам принесли? Свет-то включил.
по-моему, второй ужин или завтрак, не знаю. Так, закуска. Два вида сыра и мясо, и листочки салата, огурчик. И паста с индейкой. Макароны? Да. Дальше с горячим с сыром. Шоколадочка, булочка, кусочек хлеба. Все. Всем приятного аппетита. К Нью-Йорку. Там внизу видно, огоньки горят. Вроде начали снижение, но еще далековато. Еще примерно километров 260. Ну, светится красиво. Даже еще не Нью-Йорк. Подъезжаем непосредственно к терминалу номер один. Коврики, конечно, классные, что говорить. Мягенько и душновато. Сырость. Ну, а что, откуда сырость? Ну, может, помыли только что. Народу-то нет. А, моют вот. Вечером. Точно. А вот, видишь, моют. Вот здесь уже посвежее. Регистрируемся. Паспорт. Виза США. Короче, девочки и мальчики еле зачикались. Тут всех такие умные, подсказывают. Не понять, что. Вот. И теперь мы идем в свой терминал, будем ждать рейса, регистрироваться. Но это будет примерно часов через 5 регистрация. Да? Ну, сейчас куда мы идем? В туалет? Сейчас в туалет. Ну, ты спроси. В туалет как пройти? Пошли в который, я знаю. Пока Лариса пошла в туалет, я смотрю. Вот, ребята, можно водички набрать чистой, бесплатно, попить воды. Ну, у нас в аэропортах и на вокзалах я такого не встречал, честно говорю. Ездил в Екатеринбург, там за каждый стакан надо платить. Напей. Смотрите, какие на полу плиты огромные лежат. Где-то полтора, раз, два, на 3 метра, представляете? Классно. А, или это они их залили и отшлифовали. Даже не могу сказать. Так, включу все-таки. Покажу, где мы тут шаримся. Japan Airlines. Италия, Аэрофлот. Пошли, все-таки мы в четвертый. Да, вот вид сверху, видите? Прикольно, конечно. Я как строитель знаю, что вот это вот сооружение, конечно, шикарное. Смотрите, какие балки. Клевое. Паркинг Airtrain. Там самолет и рельсы нарисованы. Слушай, что-то народу мало. Ты в прошлый раз было много, да? Слушай, а здесь опять сырость, да? О, чтобы пешком не идти. А можно еще и идти. Да. Ну, в Москве тоже такая же хрень есть. Мы когда с дочей приезжали, доча, помнишь, ты же смотреть будешь это видео, чтобы быстрее идти и не бежать. Иди вперед меня.
Опа. О, кто-то бежит. Бежал бы по той. Станции надо проехать. Две станции. Thank you. Thank you. Подошел экспресс. Нам на вторую станцию выходить. Приехали на 4-й терминал. Надо сказать, быстро. Ребята, я не заметил ни одного полицейского. Не знаю, может, еще встречу, но пока ни одного. Иду, думаю, что-то не хватает. Оказывается, полицейских не хватает. Короче, пообщались. На элеваторе надо доехать, я вспомнила. И то. Элеватор на этом. На эскалаторе, да? А у них, ой, а у них элеватор. Эскалатор. Короче, лифт идет очень плавно. Девочки и мальчики, я себя ощущаю в фильме «Брат 2». Хожу и балдею. Все именно так. А еще мне как бы удивительно, что народу мало. Ну, Лариса говорит, это потому что вечер. Не знаю, не знаю. Короче, идем, идем. Я говорю, Лариса, давай уже подходи, спрашивай. Она говорит, нам надо компанию Дельта. Коман. Заговорила по-английски. Немножко поснимаю ее сзади. Куда идти-то? Вроде все. О, воробьи что ли, да? Или что это? Смотрите, прыгают воробьи. Точно воробей. С нами прилетел из России. Нет, ну я не думал, что они в аэропорту летают. Я говорю, Лариса идет. Я говорю, нет бы спросить, проконсультироваться на чистом английском. Так. Пролет-то охеренный, конечно. Мне прям нравится. Во сколько у нас самолет? 6? Да. Пока Лариса разбирается, какой у нас гейт, я сейчас обстановочку окружающую всем покажу. Ну все чистенько, классненько. Ну что, ребята, у меня камера разрядилась. Но пока она разрядилась, мы тут столько намотали. Короче говоря, приходим мы в 4-й терминал, подходим, проходим все проверки, проходим, значит, раздевание, носки туфли снимание и все такое. И в итоге приходим мы, ну, типа, к компьютеру, где сидит девушка, которая должна объяснять. Вот. И эта девушка нам говорит, что ваш рейс не с 4-го, а со 2-го терминала. Мы собираемся и гоним во 2-й терминал. Пригнали туда. Сначала сели, уехали в другую сторону. Потом пересели. Хорошо, бесплатно. Потом, короче, пересели, вышли на 2-м терминале. Оказывается, выход не в самом терминале, а на улице. И в итоге нам помог какой-то китаец. Не знаем его имени, спасибо ему большое. Открыл компьютер. И на английском, мы на ломаном английском, он на более-менее хорошем английском объяснил нам, что все-таки у вас в 4-м терминале 61-й выход. Мы думаем, да что такое? Возвращаемся назад, приходим сюда, ищем 61-й выход, а 61-го выхода нет. Начинаем искать опять, суетиться, бегать. Бегали, нашли людей, которые помогают, ну, инвалидам передвигаться. Девушка как входит в этот в программу и говорит, у вас 61-й выход. Я говорю, а как нам туда попасть?
Пришли мы к табло. Скрин, оказывается, тут табло висят. И все везде разные. Это табло, посмотрите. И тут пишется 61-й экран. Ой, 61-й выход. И 4-й терминал. И она говорит, вас увезут на автобусе. Ну ладно, мы успокоились, сели, ждем. И вот смотрите, пишут 14-88, выход 25. То есть они уже поменяли. Вот так вот, Америка. Ну, то есть скорректировали, пока мы сидели, отдыхали, скорректировали. Ну, будем ждать опять корректировок. Сейчас всего лишь 3 часа. You should not accept offers of transportation from anyone without prior arrangement. An unknown driver may not be licensed, have insurance, or may overcharge you now or at the end of your ride. For ground transportation information and reservations, go to the Ground Transportation Center in the Arrivals Hall. For taxis, proceed to the taxi stand just outside the building where a uniform... Короче, опять какие-то корректировки делают. Ладно, включимся. Ну и что вы думаете, ребята, 16.25, все-таки мы двинули на 25-й выход, гейт. Вот, думаем, что все-таки не поменяют они. Но если поменяют, будем смотреть, что теперь делать. Мне бешеные собаки, 100 километров не круг, сколько да, мы еще, пронеслись. Еще аэропорт спит, а мы наносились, наверное, столько, сколько за весь день не носились. Ну ладно, пока всем. Вот видите автомат, где моют очки. Вот сюда засовывают, $3 платишь, и тебе моют очки. Часы моют, вот смотрите, кольца моют, показывают. Цепочки моют, пожалуйста. Вот такие дела. Тут еще часы и кольца моют, и все. Такие дела. Опять же, как строитель, смотрю, видите, вот идет плитка, вот идет. А тут между ними, например, через 1, 2, 3, 4, 5, 6, через 7 рядов вот такой деформационный и температурный шов. Вот эта фигня резиновая, вот она, вот я ее двигаю, она, по-моему, в алюминиевом таком этом. Ну, полы офигительные, нигде плитки не бухтят, ничего. Плиточки маленькие. Говорит, выкину эту воду вместе с бутылкой. Лариса говорит, нет сначала, потом говорит, выкидывай. Вылей воду, говорю, а бутылку дай. Да, но он говорит, выкину воду и все. О, хочу показать вам. Далее. Вот. На такой машинке возят, я не знаю, за деньги или нет, но знаю точно, что вот кто люди плохо ходят, тех возят на таких типа инвалидных колясок, и это бесплатно, но... Они сами дают чаевые. Короче, расскажу про воду, а то тут не успеваешь, события меняются. Расскажу про воду. В итоге, ребята, она пьет таблетки, показал, таблетки, госпиталь. Он тогда думал, поставил какой-то аппарат, проверил, что это вода, ни капли не вылил, вернул нам бутылку и воду. Вот так вот. Мне это нравится. Ни один человек косо не посмотрел. Вот реально, ребята. Не да знаю, еще как... и помогают. Еще ходят и помогают, с нами, да. Сколько раз мы обращались. Вот я говорю, с Китая молодец, парнишка. Да тут и местные тоже, которые вот развозят раненых. Не раненых, я на такой машинке тоже один раз ездила. Подошла тоже. Еще первый раз не знала, что и как. Попросилась, а они меня сами посадили, только чтобы подцепиться от меня. Ну. Довезли до места. Ну, такие дела. Я первый раз в чужом мире. Она мне говорит, а что тебя шокирует? Я говорю, ничего, все классно. Шокирует то, что все классно. Ничего не шокирует. Просто классно. И все. Я не знаю, как будет дальше. Люди обыкновенные абсолютно. Такая же одежда, такие же. Ну, я думал, может, какие-то будут у них выражения лица, они такие. Да нифига подобного. Все такое. Прогуляюсь, покажу более-менее, как тут устроено. Вот такие длинные коридоры. И идешь, вот видите, B26, B27. И вправо, влево идут
ну, как сказать, ответвление. Из этих ответвлений пешком люди выходят, едут на автобусе, идут пешком и заходят в самолет и летят куда нужно. Это терминалы компании Дельта. Вот я, видите, по какой штуке иду, чтобы ускорить. А могу просто стоять, потому что тяжело. Сели мы на внутренний рейс компании Дельта. Ну, то есть внутренний рейс. Сейчас быстренько покажу, пока никого, мало народу, тут неудобно снимать. Ну вот, ребята, взлетаем мы на нашем последнем самолете, который нас привезет к Дочи. Сейчас я сижу не рядом с окошком, поэтому вот так вот. Самолет, конечно, попроще, без телевизоров. В прошлый раз я летела с телевизором. Да, но так ничего пойдет. Если бы долетели. Ребятки, сейчас сходил в туалет, охренел. В одном туалете унитаз забит салфетками, а в другом воды нет, руки помыть. Хреново все видно здесь, но никто не запланировал, как обычно на рейсах Аэрофлота. То есть считаю, что пилоты сделали свою работу. Здесь туман, я смотрю, дождик идет. Ребята, дождик идет на улице Миннеаполис. Ну, может, и к лучшему. Здесь выходит, пока по машинам берут как ручки. Пока-пока. До свидания. Бай-бай. Вот я тебе говорила. Город по размерам как Барнаул. Чувствуешь аэропорт? Все уложено ковролином. Все уложено ковролином. Классно. Уютненько. Электромобили. Смотри, багаж. Это вверх, что ли, поднимается? Или вниз? Вообще всегда вниз. Капец, ребята, народу больше, чем в Нью-Йорке. Экзит вообще-то. Ну, а в багаж что написано? Нам вниз надо. Там внизу крутится. Потом будем досмотр проходить. Да мне багаж надо получить. Багаж, чемодан, кейс. Down, one level. That way. Down. Yep. Down, это вниз надо. Yep. Как вниз?
downstairs. А ты сказала, вверх надо или куда? Нет, downstairs вверх. А это woman? А где это? Ну, давай зайдем. Вот такие поножки. Ну-ка, мужской туалет, смотрите какой. Ну-ка, зайду. Вау. Да, ребята, это Нью-Йорк. Это не Нью-Йорк, здесь все более по-домашнему. Больше похоже на американскую мечту. Блин, не могу не снимать. Ну, смотри, какой-то секьюрити. Спрашивай у кого-нибудь. Багаж, вот вниз. Спрашивай, сейчас выйдем опять. I understand, no, understand. English. А вот, наверное. И куда она? На, снимай. Алекс! Эй, Алекс! 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 Привет, привет! Come on, give Dana a hug! Come on! Привет, привет! Несется, помнишь, как первый раз он встречает? Снимай меня с ним скорее! А ты что, плачешь и снимаешь? Кто это? Алекс, какой кто это? Деда! Ой, молодец! А ты кто? Бэби Алекс? Бэби Алекс? Нет. Папа! Ну! Наконец-то мы встретились, а? Красавчик! Дядя! О, дяди там идет, да? Меня Андрей уже раз 20 позвонил. Дочь, ты такая красивая. Спасибо. Дяди там идет. How about family sandwich? Какой ты крепкий малыш. Давай, family. Давай. Family sandwich. Пойдем. Привет, дядя. How's the trip? Hello, Jared. I'll be back, Jared. Знаете, короче. Красавчик мой. Иди, мой мальчик.